В Одессе СБУ накрыло мощную нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ из контрабандных прекурсоров. Трое местных жителей производили амфетамин и метамфетамин в арендованной квартире. Во время обысков правоохранители задержали организатора и двух химиков. Изъяли почти 4 килограмма амфетамина, более 100 граммов метамфетамина и лабораторное оборудование. По информации спецслужбы, еженедельно нарколаборатория изготавливала от 3 до 5 килограммов наркотика. Ежемесячный доход дельцов составлял до 10 миллионов гривен. Продукцию злоумышленники сбывали оптовыми партиями ограниченному кругу постоянных дилеров. Сырье приходило контрабандой. Сейчас идут следственно-оперативные действия.